В Италию поступила первая партия вакцины против COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca – почти 250 тысяч доз. Ожидается, что жители страны смогут начать делать прививки этим препаратом уже на следующей неделе. Изначально итальянские власти рассчитывали получить в первом квартале 28 миллионов доз вакцины от разных производителей. Однако график поставок был сорван, и в январе было доставлено лишь 2 миллиона. Первую партию вакцины AstraZeneca в субботу получили и французские медицинские учреждения. 273 тысячи доз предназначены для медицинских работников в возрасте до 65 лет. Несмотря на заключение Европейского агентства по лекарственным средствам, Франция решила пока не прививать этим препаратом более пожилых людей. Сегодня мы начинаем вакцинацию AstraZeneca, поскольку получили 7700 доз, говорит главврач Лионской больницы. Мы первые, кто начал эту вакцинацию после доставки препарата вчера вечером. Сегодня в этом центре запланировано 100 прививок во второй половине дня. Первая партия вакцины AstraZeneca из почти 200 тысяч доз прибыла и в Испанию. Это третий препарат, поступивший в страну после Pfizer, BioNTech и Moderna.